Когда огурцы вступают в период активного плодоношения, я всегда перехожу на внесение удобрений каждую неделю при помощи нескольких уникальных рецептов. В результате получаю процесс плодоношения до середины осени, а также крупные хрустящие огурчики, нарастающие за ночь целыми ведрами. В этой фазе развития куста он требует огромное количество питательных элементов из почвы, которые тратит на формирование новых плодов. Чем больше питания, тем больше огурцов. Поэтому наша задача обеспечить куст всем необходимым и сделать почву максимально плодородной. Я рекомендую использовать органические подкормки, можно их чередовать каждые 7 дней. Можно выбрать одну из них и подкармливать огурчики еженедельно. Первой подкормкой, о которой я хотел рассказать, является настой навоза. Берем 1 кг навоза, растворяем его в 10 литрах воды, даем настояться в течение суток и вносим под каждое растение по 1 литру. В этом случае растение будет интенсивно развиваться, листья будут зелеными, а плодоношение будет максимальным. Можно сделать калийно-азотное средство из древесной золы. Для этого насыпаем стакан золы в лейку, заливаем литром горячей воды, даем постоять в течение пары часов и добавляем туда 2 литра травяного настоя из сорняков. Доверху лейки нужно влить чистую отстоянную на солнце теплую воду. На каждый куст огурцов необходимо использовать по 1 литру такого удобрения, и эффект будет заметен уже на следующий день.